Чебоксарах вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве и покушении на убийство. О материалах дела в следующем сюжете. По данным следствия, вечером 22 апреля 2020 года злоумышленник, находясь в арендованном доме в одном из банных комплексов Чебоксар в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей на почве личных неприязненных отношений ссоры, нанес двум своим знакомым множество прицельных ударов ножом в область грудной клетки и живота и по другим частям тела. От полученных ранений один скончался в больнице, другому пострадавшему успели помочь медики. Получается, вот так он меня схватил, вот так схватил, и, получается, наносил мне правой рукой уже ножевые ранения. Сейчас покажу, куда. Вот, это, получается, я стою. Он меня вот так схватил за шею при развороте, я не ожидал от него такого, и сразу он мне начал наносить в область, получается, живота. Я вниз не смотрел. Может, 4-5 ударов он мне нанес? Ленинским районным судом города Чебоксары рассмотрено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя поселка Новое Атлашево Чебоксарского района. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.